Здравствуйте! Показываю, как вяжется кольцо амигуруми и столбик без накида. Значит, заворачиваю вокруг пальца. Тут у меня крестик. Вытаскиваю рабочую нить. Вяжу скользящую петлю. И кольцо беру на руки. Теперь мы будем вязать с вами столбики без накида. Вот. Внутрь кольца тянем нить. Рабочую вытаскиваем ее, вот через две петли вытаскиваем рабочую нить. Вот таким способом вяжутся столбики без накида. В основном, во множественном случае, кольцо амигуруми вяжется с 6 столбиками без накида, вот 6 колосок. Теперь тянем короткую нить, там где мы оставляли, тянем сильно, чтобы не оставлять дырку. Теперь в первую петельку столбика без накида вводим крючок и вытаскиваем рабочую нить. Вот здесь мы вяжем соединительный столбик. Вот кольцо амигуруми, столбик без накида.